Вот так, ребятки, у нас уже косят траву. И везде косят, и по Советской, и по Центральной улице. Так что все, уже начало лета. Раз траву косят, уже начало лета. У нас уже везде покосили траву. Видите, покошена трава везде. Вот на дороге валяется трава покошенная. Везде покосили у нас траву. Добрый день, мои хорошие, мои любимые зрители, гости моего канала. Вот, сегодня у нас пятница. Я иду в сберкассу. Видите, травки сколько накосили. Ветер у нас холодный, очень холодный. О, сколько травы лежит покошенной. А первая травка, она, наверное, такая полезная для какого-нибудь зверька. Она чистенькая, еще сочная. Видите, у нас какой ветер, и ветер прохладный. А я хотела в курточке-ветровочке выйти. А тут ничего не получается. И когда это у нас потеплеет? Ну, говорят, когда сады цветут, все равно похолодание. Но вот у нас сады зацвели, и поэтому, наверное, холодно. Мизинец попадет вот сюда, и все. Вот эти вроде ничего, каблук. Каблук абы какой. Нога будет летом хистаться. Не подобрать. Ничего не подобрать. Вот эти на липучках это будут расстегиваться. Не, у нас липучки хорошие, они расстегиваются. Ой, девочки, я знаю. Знаю, я это уже носила. Даже не знаю, что и взять, что и выбрать. Это уже устаревший вариант. Оно в новинке. 90 рублей. О. Это туфли на покойника. 79 рублей на покойника. Ну вот нечего взять. Ну это вообще без подошвы. Это разве можно в таком ходить? Вот такой вариант, ничего. Но это пятки отобьешь.
Не знаю, ничего я этот раз не выбрала. Ничего. Ну вот ничего не нравится. Вот это дешевка. Она и дешевка смотрится. 54 рубля. Еще если будет мягкая подошва, оно будет вот здесь вот еще и пружинить. Это дешевка. Ну куда это? На 80 годов. Ой. Уже нечего и взять. Это уже уценочка стоит. Вот мои босоножки 18-го года. Ужас, как я могла их взять? А здесь шлепанцев нет. Это все уценка. Сегодня какой-то непродуктивный день у меня, девочки, мальчики. Не знаю. Не сходила я туда, куда мне надо. И вообще, сегодня день, а бы что. В А1 я не попала. В обуви я ничего не купила. Цветы я свои не пересадила. Хотела хосту пересадить. Хотела... Ну, вообще, пересадить хотела. Ничего я не пересадила и ничего я не сделала за сегодняшний день. Это вообще ужасный день сегодня. День сегодня не мой. Сладкая парочка, жених и невеста, полюбили тесто. Вот такая, девочки, зелень у нас. Вы меня простите сегодня за такой влог, но нет настроения вообще. Даже нет настроения открывать рот, что-то сказать. Добрый вечер, кто смотрит меня, кто случайно заглянул на мой канал. Вот. Варю маме на завтра борщик со свежей капусточки, ну или щи, как там люди говорят, щи или борщик. Да что-то густоватый. Если густоватый варю, сестра на меня начинает трындеть. Что ты сварила? Не то каша, не то суп она называет. Вот. Ну, я всегда люблю первое густое, девочки, мальчики. Мой маман лежит, слушает радио Рокс. Слушай, 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 еще ж по заявкам идет. Да уже кончилось. Ну не может быть, без 10:08 оно не кончилось еще. Тебе тепленько? Тебе тепленько? Она не слышит. Сейчас вот тут в ножках вот такая вот бутылка с водичкой в нее. С тепленькой вот в ножках. Потому что дома как-то прохладненько. Вот. Здесь тоже у нее бутылочка с водой лежит. Вот, тепленькая, вот. О. Ой, она уже горячая. Я раскрутила. Все, грейся. Вот так. Это стоит, она говорит, о, это так груша распустилась. Я говорю, да, я пошла, две веточки оторвала, в стакан ей положила. Поставила, вернее, в стакан грушу ей. Вчера купила ей шоколадочку спартаковскую, 56%. Вот такой у нас шоколад Спартак, 56%. Вчера ей купила. Слушает бабушка моя по заявкам.
вот с такого моего кнопочного телефона. Вот такой кнопочный телефон у меня был Samsung. Надо ей купить маленький приемничек, чтобы и Лена смогла включать. А то Лена не может с этого телефона найти ей линию Радио Рокс. Это я, девчонки, только что вышла на улицу. Вот. На фоне цветущей игрушки. Ой, о, о, где на фоне цветущей игрушки. Вот так. Варю борщ. Сейчас поставлю ей картошечку варить. Будем есть картошечку с килечкой в томате, как и вчера она кушала. Кругом листики, кругом травочка. Вот это что-то делают в этом доме в новом. Рабочие приехали. 23:00, даже с копеечками, чтобы вы понимали, я в подвале. Пришла взять лейку. Вот подвал. Пришла взять лейку. Вот мой подвал. Вот моя лейка. Взяла с подвала лейку. Завтра наберу воды и пойду пересаживать хосту и пион. Доброй ночи, девочки. Доброй ночи, мальчики. Сейчас 20 минут 12. Наконец-то закончился сегодня день. Я пришла домой. Ладно, мои хорошие, буду с вами прощаться, потому что уже позднее время. Сделала себе чай с лимончиком. Попью сейчас вот таким вот крекером и лягу я отдыхать. Завтра будет новый день, новая пища. Посмотрим, что мне принесет завтрашний день. Ничего он мне не принесет. Мне бы лишь бы пересадить цветочки с одного места мне под окно. И все. А там, не знаю, может быть, схожу в фикс прайс. В фикс прайсе хочу купить подставочки под горячее. Вот если кто зайдет, у меня нет таких красивых подставок под горячее. Надо пару штук взять. Вот. Что еще мне завтра надо? Ай, не знаю я, что мне завтра надо. Завтра суббота, мертвый день. Так что ничего особого мне не надо завтра. Никуда не пойдешь. Вот, не клеится вообще у меня сегодня. Вот даже сейчас не клеится мне разговор. Сегодня мне целый день в голову приходит. Зачем это все? Для чего это все? Вот. Удалить бы это все. Не знаю. Вот такое состояние у меня. О! Сегодня зашла у Милу. У Милу. И купила у нас магазин Мила в Белоруссии. Магазин косметики, стиральных порошков там немножко, мыло. Ну, все такое вот по мелочам для женщины. Купила вот такие вот тени. Релуиз. Вот такой вот тон. Ой, не тени, румяна. Вообще одурела. Вообще сегодня не клеится ничего у меня. Румяна купила Релуиз. Как же они открываются? Даже не могу открыть. Вот, открыла их. Они наполовинку розовые, а наполовинку такие вот. Вот это розоватый цвет, а вот это такие вот бежевые. А то у меня уже закончились. Точно такие были у меня румянчики. Так что вот сегодня сделала себе обновочку. Вот эти румяна тоже стоят 10 рублей. Релуи, наши белорусские.
румяна. Еще мне осталось купить хотя бы один пузыречек или флакончик, плафончик лака для ногтей. У меня уже нету, я старый выбросила. Я ж 2 года ногти не крашу, не обрабатываю даже, не крашу, ничего не делаю. И лак мой как бы уже в бутылке так вот скатался. Так я выбросила. Надо купить еще лак для ногтей. Ладно, моя хорошая, совсем ничего не клеится, совсем никакой разговор, никакой рассказ, вот вообще. Спокойной вам ночи, приятных вам снов, пока-пока. Сейчас я соединю видео и посмотрите сегодня за целый день все, что я наснимала, без всякой охоты.